1 сентября сегодня, 2024 год. И мы решили не тусоваться в Сакраменто, а выбраться на океан. И сегодня мы находимся рядом с Сан-Франциско, в местечке под названием Half Moon Bay. Хочу вам показать берег Атлантического океана. Излюбленное место прогулки местных американцев. Короче, сюда съезжаются со всей Калифорнии для того, чтобы провести время немного на этих крутых песочках Калифорнии. А вода холодная-холодная. Как говорит у меня Юля, беспонтовый пляж. Не то, что во Флориде. Вот видите, все выжжено, все такое. И только австралийские сосны у нас радуются этому пейзажу. На самом деле круто. Приезжайте в Half Moon Bay. Чем мне нравится Калифорния, так это разнообразием природы. Еще вчера мы ели шашлыки в горах Калифорнии на чистых горных озерах. Но поскольку вас здесь нету, то... Ой, блин, чуть не упал. Смотрите и облизывайтесь. Вот первая порция шашлыков пошла. Салатик. Так. Расскажи, что за мясо? Свинина. Обычный маринад. Соль, перец, лук. Сколько мариновал? Вчера в 12 замариновал, сегодня. То есть получается меньше суток? Да, меньше суток. Так, вот так выглядит классное блогерское мясо. Интересно, каких блогеров начинковали? Так. Сегодня мы добрались до Тихого океана. И сейчас мы находимся в точке под названием Half Moon Bay. Здесь километры и километры прогулочных и велосипедных дорожек. Можно двигаться, вот смотрите, видите вдалеке, вот видите, типа какая-то обсерватория, да, научная или военная. И вдоль всего этого берега, в том числе, вот туда вдаль, это все идут прогулочные и велосипедные дорожки. Так что, если хотите хорошо провести время вдали от городской суеты, Half Moon Bay — моя рекомендация. Смотрите, что еще хочу показать. Здесь также есть крутейший пляж на берегу океана. И люди приезжают сюда погулять с собаками и немного отдохнуть. Кто-то даже купается. Или рыбачит, смотрите. Круто, круто. До встречи на берегах Half Moon Bay, где-то между Сан-Франциско и Санта-Крусом. Как вы видите, ничего особо живописного на берегу нету. Самое живописное — это когда ты смотришь налево и видишь этот безбрежный океан. Сейчас пройдем подальше, покажу вам австралийские сосны. Вот, показываю вам австралийскую сосну. Вот так вот они растут. У них получается плоская крона сверху, и они стелятся, и получается, как будто они уклоняются от ветра. Сейчас подойдем, еще вот там целые заросли. Вот. Видите, полно. Так, ну вот мы и добрели до этого леса сосенного. Видите, как прикольно. Они как будто уворачиваются от ветра, который идет с океана. Сейчас дойдем подальше, там очень крутой пляж, очень много людей. А вот те же яйца, только вид сбоку. Видите, мы обошли их. Здесь огромная эрозия почвы. Сейчас покажу. Континент уплывает прямо в океан. Видите, просто континент разделился. И потихоньку сползает в океан. Смотрите, видите, как прикольно. Они все наклонены в сторону материка. А вот хочу вам сейчас показать такую вещь, которую вы точно нигде не видели. Это бесплатная станция для подкачки колес. Видите, насос и всякие разные шнуры. Подходишь сюда и подкачиваешь бесплатно колеса на велосипеде. А мы продолжаем прогулку вдоль океана. Шли мы и дошли до очень знакового места. Здесь парковочка, велосипедные асфальтированные дорожки и даже спуск сделанный в виде ступенек. И много людей, которые хорошо проводят свое время на берегу Тихого океана в районе Half Moon Bay. Half Moon Bay — это очень крутая точка.
Если охота отдохнуть, то добро пожаловать в Half Moon Bay на берег Тихого океана. А вот смотрите, береговая охрана летает. Half Moon Bay, Калифорния, берег Атлантического, берег Тихого океана. Почему я хочу постоянно сказать берег Атлантического океана?